Здравствуйте! В эфире программа «Безопасности» и я, ее ведущий Александр Булдаков. В этом выпуске мы, как всегда, расскажем о самых громких происшествиях и преступлениях за последние дни и, конечно, подскажем безопасные выходы из опасных ситуаций. Сегодня в программе. В суде начался процесс по делу мужчины, который обвиняется в нанесении телесных повреждений незнакомцу, который ворвался в дом его семьи с боевым карабином. Как безоружный защитник оказался вдруг обвиняемым? 11-е всероссийские соревнования кинологических расчетов МЧС 5 дней проходили в Новосибирске. Четвероногие подопечные спасатели показывали послушание и ловкость, искали пострадавших в техногенных завалах в лесу и даже ночью. Высококонцентрированные синтетические наркотики вытесняют традиционные растительного происхождения. Медики бьют тревогу, а мы выяснили, как быстро и надежно расстаться со своим рассудком и покалечить психику. Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Может ли человек, защищая своих родных и близких от вооруженного злоумышленника в стенах своего же дома, оказаться на скамье подсудимых? Может. В Октябрьском районном суде начался процесс по делу мужчины, который обвиняется в том, что нанес телесные повреждения незнакомцу, который ворвался в дом его семьи с боевым карабином. В том, как безоружный защитник оказался вдруг обвиняемым, а злоумышленник с оружием в руках потерпевшим, пытался разобраться Андрей Баев. О том, что на эту семью в ноябре прошлого года было совершено нападение вооруженным человеком, мы рассказывали минувшей весной. Люди обратились к нам в редакцию, так как глава семейства, который, собственно, и бросился на ворвавшегося к ним в дом мужчину с карабином, сам стал подозреваемым. Обвиняли в избиении того самого злоумышленника с оружием в руках. В итоге следствие и полиция все-таки довели дело до суда. Органами предварительного следствия Барышев Андрей Сергеевич обвиняется в том, что 3 ноября 2013 года нанес неоднократные удары по голове и телу Редькину, в связи с чем причинил ему тяжкий вред здоровью. И обвиняется он в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, также нанес удар по рукам матери Редькина, чем причинил ей вред здоровью средней тяжести, обвиняется в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. В зале суда Андрей Барышев и его адвокат еще раз пытаются донести уже до служителей Фемиды, что подсудимый неумышленно нанес вред здоровью мужчине, а всего лишь защищал себя и своих близких. Собственно, это видно и на кадрах с камеры уличного наблюдения, в объектив которой попала часть тех событий. Вот женщина, которая на тот момент снимала комнату в родительском доме Барышевых, открывает калитку и впускает во двор своих, как выяснилось позже, сына и сожителя. Родственник арендаторши заходит не с пустыми руками, а с предметом, очень напоминающим автомат Калашникова. Также позже выяснится, что это охотничий карабин «Сайга». Дальше пауза в несколько секунд и та самая потасовка, уже с участием Андрея Барышева и нападавшего. В драке чудом не прозвучали выстрелы из заряженного боевыми патронами карабина. Но этот факт словно не замечают, говорят подсудимый и его адвокат. Подобное отношение работников отдела полиции номер 6 «Октябрьский» вызывает, мягко говоря, удивление. Мне представляется, что очевидно, там есть состав как минимум двух преступлений. Вот. Но причем потерпевший, в данном случае Барышев, неоднократно обращался. Он писал и в прокуратуру района, он писал и в отдел полиции Октябрьский. Все материалы отправлялись участковому, который тут же, никого не опрашивая, ничего не выясняя, фактически так, формально, проведя проверку, выносит отказные постановления, то есть отказывает в возбуждении уголовного дела. В суде сторона защиты будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении нынешнего потерпевшего, который, кстати, на процесс вообще не пришел. И, конечно, настаивать, что Барышев действовал исключительно в рамках самообороны. Действия Барышева вполне укладываются в рамки необходимой самообороны, поскольку была реальная опасность его жизни. На него был наставлен карабин, он не знал, заряжен, не заряжен, и не мог знать, чем заряжен. Появляется незнакомый человек, вдруг бьет и наставляет карабин. Вот как человек должен был реагировать в этой ситуации? Не дай бог никому, конечно, из нас такое пережить. Чем закончится вся эта история, покажет время. Впрочем, это дело – очередной сигнал к вопросу о нашей с вами безопасности в плане той же самообороны. Ведь если подсудимого Барышева все же признают виновным, то получится, что нападающего вооруженного человека и пальцем трогать нельзя. Есть над чем задуматься.
11-е всероссийские соревнования кинологических расчетов МЧС 5 дней проходили в Новосибирске. Четвероногие подопечные спасатели показывали послушание и ловкость, искали пострадавших в техногенных завалах и даже ночью. А заключительный этап проходил в районе Искитимских скал. Туда участников забрасывали на вертолете, после чего они искали пострадавших в местности, которую можно назвать лесисто-гористой. Приходилось даже использовать альпинистское снаряжение. Как у них это получалось, сейчас расскажем. Экстрим для участников, особенно для собак, начался сразу, с момента заброски на этап соревнований. Вертолет Ми-8 как будто специально созданный, чтобы пугать животных, громкий и ветреный. Однако именно на нем предстояло от места базирования кинологических расчетов в лагере Олега Кошевого, что за поселком Новый, лететь до скал, известных как Искитимские. Командный пояс в условиях природной среды, так называется этот этап, на который участников доставляли по воздуху. Организаторы говорят, что эта дистанция самая сложная. Разбили ее на 3 этапа – переправа, скала и брод. На старте команды получают инструктаж и карту. К ней координаты точек, которые ограничивают зону поиска. Контрольное время прохождения 2,5 часа. На участке замаскировались пострадавшие до 6 человек, которых и надо найти. Белая швейцарская овчарка по кличке Белый с этим всегда справлялась хорошо. Но тут необходимы особые качества. Вести поиск на большом отдалении от своего партнера-кинолога. Каждая команда сама тактику выбирает. То есть либо капитан распределяет роли, либо они уже давно, как правило, распределены между собой. То есть делятся на участки, то есть и каждый участок работает отдельно. Если остается время, то дублируется, переходит с участок на участок, меняются участками. Переправа на весельной лодке. Вроде ничего неожиданного или сложного привнести в обычную работу спасателя не может. Но и тут случались казусы. Как, например, собака, оставшаяся вне лодки, которая потом всю дорогу через реку то и дело норовила попасть под весло. Давай, разгребай. На участке скала кинологи должны проявить навыки альпинизма, а собаки, которых наверх поднимают по веревкам, смелость и выдержку. На все про все дается 1 час. За это время спасатели должны натянуть веревки, поднять собак и забраться самим, найти пострадавшего и на специальных носилках спустить его вниз. Но даже 60 минут некоторым не хватало. В этом случае упражнение не засчитывалось. Как именно организовать подъем на скалу, каждая команда решала самостоятельно. Кому-то удобно, допустим, подняться со страховкой, лазанием по скале, и подвесив собаку сзади на системе. Такие здесь случаи уже были, как бы такой элемент показывали люди. Кто-то поднимает по наклонному троллею. Кому как удобно, и опять же это зависит еще и само собой, и от веса собаки. То есть если ваша собака весит 50 килограмм, и вы сами тоже 55, то само собой сложно поднимать ее, лезть по скале, и она висит у вас за спиной. Поэтому проще поднять по троллею. В общем, участникам было чем заняться. Спасатели говорят, что участие в первенстве – это, конечно, дело азартное, но главное – это отличная тренировка для собак. Ведь чем разнообразнее условия поиска пострадавших, тем лучше животное проявит себя в реальных поисково-спасательных работах. Коротко о том, что еще произошло на минувшей неделе в нашем видеообзоре. Этого человека вытащили из-за руля автомобиля. Он мало что соображал, но сопротивлялся изо всех сил. Инспекторы говорят, даже кусаться пытался. То, что степень опьянения у него тяжелейшая, видно с первого взгляда. А вот алкогольная, ну или наркотическая, покажет экспертиза. Мужчина, которому оказалось 34 года, житель Новосибирска. Но об этом, как и о том, как звать его супругу, он долго вспоминал. До чего ему было плохо. Трудно поверить, но этот человек еще как-то управлял автомобилем. Хотя слово «управлял», наверное, не совсем то определение его езды. Около 18 часов поступила информация, что по улице Большевицкой передвигается автомобиль по встречной полосе, нарушая все правила дорожного движения. Экипаж дорожно-патрульной службы 2-го полка выдвинулся навстречу. При попытке остановиться водитель проигнорировал данное требование, продолжил движение по многочисленным улицам Октябрьского центрального района. При этом совершил столкновение с более чем 25 автомобилями. По уточненной информации, пострадавших машин оказалось несколько меньше, порядка 20. Владельцы 10 из них от составления протокола отказались из-за незначительности ущерба. Задержали гонщика уже на улице Серебряниковской. Так как этот горе-водитель уже был лишен водительских прав, то суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток. А следователям еще предстоит выяснить, на чьей машине раскатывался этот гонщик, так как сам он ответить на этот вопрос был не в состоянии.
Обсудить безопасность пассажиров на авиатранспорте собрались руководители всех окружных управлений Ространснадзора, представители транспортной полиции, прокуратуры, ФСБ и региональной власти. Из целого ряда вопросов внутреннего взаимодействия структур можно выделить основные темы, которые касаются непосредственной безопасности перелетов. Так как по новому федеральному закону полицейские теперь не будут стоять на входе в аэропорт, функцию досмотра пассажиров полностью отдали службам безопасности аэровокзалов. Субъекты транспортной безопасности сейчас на данный момент будут нести персональную ответственность. И раньше она была частично на них возложена, но есть такая служба авиационной безопасности, которая как бы осуществляет досмотр. Все мы летаем на самолетах, знаем, что то есть осуществляет досмотр на входах, осуществляет досмотр на все предполетные, в стерильной зоне, все эти моменты. Значит, если раньше еще на входах дополнительно состояло требование сотрудников полиции, как вы все знаете, то сейчас с 1 января практически, даже не с 1 января, уже по ряду субъектов сотрудники полиции с входов сняты, то есть сотрудники полиции будут нести только охрану общественного порядка. Велись разговоры о внедрении в наших самолетах такой должности, как воздушный маршал. Такая структура существует в США, когда пассажира в полете сопровождает вооруженный сотрудник службы безопасности. В России подобную форму решили все-таки не вводить. Есть в нашем городе еще один вопрос, который влияет на безопасность полетов. Это строительство новых домов. Бесконтрольное возведение высоток на подлетных путях в прямом смысле угрожает авиаперелетам. В целом, отмечает руководство Ространснадзора, наш регион со своими аэропортами считается одним из самых безопасных. Опасных. Это, конечно, не может не радовать. В рубрике «Рецепты безопасности» мы дадим исчерпывающие ответы на волнующие вас вопросы. Конечно, если они касаются безопасности вашей лично, а также ваших финансов или здоровья. Говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет. Однако есть случаи, когда это высказывание становится неверным. Речь про дизайнерские наркотики. Так называемую синтетику, различные соли, спайсы, миксы и тому подобное. Так вот, от того, что они дизайнерские, их пагубное влияние не уменьшилось, а наоборот стало только больше. Тем временем в Новосибирске и области происходит структурная перестройка наркорынка. Высококонцентрированные синтетические наркотики вытесняют традиционные растительного происхождения. Медики бьют тревогу. Воздействие на организм человека сотен веществ, входящих в химические формулы современной наркоты, не изучен и последствия малопредсказуемые, а значит и лечение проблематично. Мы выяснили, как быстро и надежно расстаться со своим рассудком и покалечить психику. В этом большом доме живут наркоманы. Точнее, те, кто решил начать трезвый образ жизни и обратился в центр реабилитации. Катя, 19-летняя девушка, одна из таких. Рассказывает, сидела на солях и на себе испытала все прелести жизни зависимого от химии человека. Ну, слава богу, я не выбрасывалась ниоткуда, но у меня были на самом деле попытки к самоубийству. Я хотела с окон прыгать и таблетки глотала. Ну, то есть настолько меняется мышление и в связи с употреблением, вот, по крайней мере, солей, да, я употребляла соли, я высаживалась на паранойю, и я сходила с ума по итогу. На данный момент Катя уже 4 месяца как не принимает никакой дряни со сложными химическими формулами. Эксперты говорят, что в современный синтетический наркотик могут входить до 450 различных соединений, пагубно воздействующих на организм. Вот как ты сейчас себя чувствуешь? Здорово. Я вообще рада, что я трезвая. На самом деле мне нравится такой образ жизни. Я ценю то, что я научилась получать удовольствие от жизни, от каких-то маленьких моментов радоваться этому. Потому что в употреблении меня ничего не радовало, кроме наркотиков. Вообще ничего. А сейчас мне настолько отношения нравятся. Мне нравятся мелочи жизни. Блин, мне мир красками наполнился. Когда до этого мне казалось, что все вообще черно-белое. По информации областного управления Роспотребнадзора, уже в этом году зафиксировано 400 случаев токсических отравлений, вызванных употреблением так называемых курительных смесей и солей. И это почти вдвое превышает аналогичный показатель года прошлого. Если мы берем опийную группу наркотиков, то человек очень медленно спускался, да, на так называемое дно употребления. То есть этот процесс, он был длительный. Где-то только через 3 года человека начинали настигать последствия его употребления, связанные и со здоровьем, и с родственниками, и с близкими, и, там, и с работой, и так далее. Где-то через 5 лет там, жизнь уже там, окончательно начинала рушиться. Но если мы сейчас посмотрим на синтетику, причем не на ту, которая была еще там 4-5 лет назад, а на ту, которая сейчас есть, тут
2-3 недели. Скорость распространения так называемых дизайнерских наркотиков в молодежной среде эксперты связывают именно с тем, что от синтетики возникает мощнейшая зависимость и зачастую уже после первой дозы. Кто даже бывает 2-3 раза попробовал, уже проблема возникает. То есть в первую очередь влияет на память, это влияет на сон, влияет на настроение, то есть вот тревожность такая возникает. И эта тревога зачастую переходит в паранойю. Люди подозревают все, смотрят, пытаются найти там видеокамеры, подслушивающие устройства, думают, что у них следят. То есть, ну, настолько сильная паранойя, из-за которой они готовы к неадекватным действиям. Это вот как раз те моменты, которые я говорил уже, когда они там из окон выпрыгивают, там, или начинают там с ножами кидаться там, и так далее. Ну, они же по-разному себя проявляют. Лечение таких пациентов после приема синтетики в разы сложнее, чем после потребления даже героина. Прием наркотиков дизайнерских часто заканчивается передозировками и летальными исходами, говорят наркополицейские, которые продолжают бороться с преступным бизнесом. Только в этом году региональное управление ФСКН зарегистрировало 746 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств синтетического происхождения. Из незаконного оборота сотрудники изъяли их больше 70 килограммов. Кто-то хорошо подметил, чем больше развивается цивилизация, чем больше наука узнает о природе и явлениях, происходящих в организме человека, тем изощреннее становится средство для убийства себе подобных с целью обогащения. Бороться с этим можно, наверное, только одним способом – не позволять зарабатывать на своем здоровье. Смотрите программу безопасности на канале ЭНСК-49. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя.